По количеству всевозможных акций, бонусов и скидок сеть «Эльдорадо» легко может дать фору любым другим продавцам бытовой техники и сопутствующих товаров. Вот и сейчас лицо рекламных кампаний бренда Вадим Галыгин недвусмысленно указывает на то, что покупатели, пришедшие сегодня в магазин, имеют все шансы получить дополнительную скидку на товар в 1000 рублей. В период с 10 по 16 марта при оформлении виртуальной карты клиенту начисляются 1000 акционных бонусных баллов. Этим акционным бонусным баллом можно потратить 30% от стоимости товара. Несмотря на то, что карта виртуальная и потрогать ее никак невозможно, баллы на нее зачисляются самые настоящие, а каждый балл равен 1 рублю. Иными словами, в эти дни, купив что-то, к примеру, за 4000 рублей, вы заплатите только 3. Остальное спишется с виртуальной карты. Способов получить виртуальную карту «Эльдорадо» немало, но самый простой из них – сотовый телефон. Многие пользуются приложением «Кошелек», который позволяет хранить многочисленные карточки различных магазинов. Именно в него мы и заходим, и в поисковой строке вводим «Эльдорадо». Вот у нас появилась эта карточка. Нажимаем на нее. Соответственно, кнопка «Выпустить». Все, что вам нужно, чтобы получить карту, это ввести свой телефон и придумать какой-нибудь пароль. И скидка на 1000 рублей у вас в кармане. Впрочем, очень многие, особенно люди старшего возраста, с мобильным интернетом, что называется, на «вы». Не беда. Придя в «Эльдорадо», можете быть уверены, что без виртуальной карточки, а значит и скидки в 1000 рублей, вы не останетесь. Мы вводим мобильный телефон в нашу кассовую программу и отдаем человеку вот такую анкету, в котором он заполняет свои личные данные, ему свой мобильный телефон, и уже у него образуется виртуальная карта, которая прикрепляется к его мобильному телефону. Еще один способ получить виртуальную карточку на сайте магазина «Эльдорадо». Ведь мы помним, что она привязывается к номеру телефона, а значит, все, что вам нужно, иметь свой мобильный гаджет под рукой, как, например, вот у этого покупателя. Здравствуйте. Добрый день. Хочу марку у вас купить, 1000 бонусов списать. У вас виртуальная карта? Да. Назовите, пожалуйста, номер вашей виртуальной карты. 8-977. Сейчас на ваш телефон придет смс. Угу. Скажите мне, пожалуйста, код подтверждения и количество бонусов. Код подтверждения 49, количество бонусов 1000. Как можно увидеть, процесс весьма быстрый и простой. Кстати, если в магазине не оказалось нужной вам модели, продавцы помогут сделать покупку через интернет. И вы также сможете воспользоваться бонусными баллами с виртуальной карты. Впрочем, и в «Эльдорадо» на Советской улице есть из чего выбрать. Здесь представлено более 5000 наименований товаров. Теперь и с дополнительной скидкой. Максим Козлов, Александр Логинов. Видное ТВ.